Давайте разберем ошибки в 523 упражнении, когда нужно было найти однородные члены предложения. Итак, первое предложение. В тридевятом царстве по человече говорили и чудища, и птицы, и звери. Всегда начинаем с грамматической основы. А сказуемое говорили подлежащее чудища, птицы, звери. Однородные подлежащие связаны с союзом и повторяющимся и разделены запятыми. Рисуем пунктограмму и делаем схему этого предложения, объясняя знаки. Следующее предложение. Речка угостила Иванушку молоком до да кисельком. В этом предложении грамматическая основа речка угостила. Слова молоком до да кисельком отвечают на один и тот же вопрос. Угостила чем? Это однородные дополнения. Они связаны с сочинительным союзом ⁇ Да ⁇ его можно заменить союзом «и». И поэтому, так как он одиночный, мы запятую здесь не ставим. А и схема этого предложения выглядит вот так. Гуси-лебеди приносили из Тридевятого царства серебряные ложки и золотые колечки. Это предложение – рекордсмен по количеству ошибок, сделанных в нем. и мы можем сразу увидеть два слова «серебряные» и «золотые», но давайте не будем торопиться. Начнем с грамматической основы. Гуси-лебеди приносили а, ложки и колечки. Ложки и колечки – это дополнение, а вот слова серебряные и золотые относятся к этим дополнениям, и поэтому они не являются однородными определениями, потому что они, отвечая на один и тот же вопрос, относятся к разным словам. А мы с вами помним, что однородные члены предложения должны относиться к одному и тому же слову и отвечать на один и тот же вопрос. Еще одно предложение. Едет Алеша и оглядывается на брата и сестрой. В этом предложении грамматическая основа «едет Алеша и оглядывается». Есть однородные сказуемые. И а, некоторые ребята подумали, что на брата и сестрой это тоже однородные. На самом деле это не так, потому что эти слова и относятся к разным словам, и отвечают на разные вопросы. «Оглядывается на брата», это один вопрос. На брата с кем, с сестрой? Это второй вопрос.